Уважаемые друзья, прошу вас занять свои места на трибунах. Мы начинаем. Самой искрометной игрой, которую придумала
человечества хоккеем. За прошедший год многое что произошло. И самое главное событие мы сейчас постараемся вспомнить. 20 ноября 2020 года исполнилось 10 лет со дня открытия Ледового дворца «Олимп-Арена». К этой дате наш Ледовый дворец преобразился. Здесь стало чище, светлее. На арене появилось новое оборудование, техника. Вот, это, например, этот видеокуб, с помощью которого мы сегодня окунемся в прошлое. Вместе погрустим, вместе порадуемся. Не обошлось и без печальных событий. В тяжелом 2020 или в начале 2021 года мы потеряли сразу трех товарищей, талантливых, интересных людей, каждый из которых внес колоссальный вклад в развитие первочебенского хоккея. 28 января не стало Рафа Афанасьевича Корзуина, замечательного тренера, первого старшего тренера хоккейной школы «Олимпия», которая была образована в 1968 году. Среди его воспитанников такие именитые хоккеисты, как Василий Панюсов, Леонид Березнев, Владимир Шкляев, Сергей Турмачев, Юрий Есипов, Алексей Пособин. 9 июля перестало биться сердце Виктора Ивановича Перетягина, многолетнего начальника команды мастеров, директора хоккейного клуба «Олимпия» и первого директора «Олимп-Арены». Виктор Иванович, наверное, один из немногих, кто верил, что проект строительства дворца будет завершен, и благодаря его усилиям, благодаря его искренней вере, дворец состоялся и дворец работает. 6 января ушел из жизни заслуженный тренер России Владимир Федорович Шамаров, бывший главный тренер команды мастеров, старший тренер отделения хоккея спортивной школы, директор хоккейного клуба. Среди его воспитанников вы тоже с ними знакомые, Михаил Гоника и Дмитрий Карпиков. Друзья, поверим этих замечательных людей, без лишних слов, я прошу вас встать, зажечь фонарики на своих смартфонах и вспомнить тех, кого сегодня с нами нет. Спасибо вам за добрую, искреннюю память. Еще одно недавнее событие мы не могли обойти внимания. 7 февраля исполнилось 70 лет одному из старейших тренеров первочебенской хоккейной школы «Олимпия», патриарху первочебенской
Юрию Васильевичу Ложкину. Я приглашаю Юрия Васильевича на лед и прошу вас поприветствовать его вашими бурными, искренними, добрыми аплодисментами. С днем рождения, Юрий Васильевич! Почти 40 из них он работает тренером хоккейной школы «Олимпия». Среди его воспитанников такие известные хоккеисты, блиставшие на мировых, советских, российских аренах, как Александр Ардыш, Андрей Вакуш, Андрей Аврин, Денис Ложкин, Андрей Черков. Сейчас смотрел на фотографии, насчитал 4 юношеские команды. А сколько всего было в вашей жизни, в вашей хоккейной карьере? 8 выпусков. 8 выпусков. А сколько примерно всего пацанов дебютировали? Более 150 получается. 150 человек этот замечательный человек поставил на коньки, научил держать в руках клюшку, вывел в мастера, в чемпионы. Друзья, еще раз поприветствуем Юрия Васильевича. Юрий Васильевич, команда и участники сегодняшнего матча приготовили для вас подарок. И я прошу капитанов команды, Якова Рылова и Марата Хайрулина выехать и вручить. Спасибо, Яков, спасибо, Марат. Юрий Васильевич, вы далеко не уходите, пожалуйста, у вас сегодня еще одна почетная миссия. Мы продолжаем нашу торжественную часть. Я думаю, что вы все отлично помните, что в 2019 году на юбилее Александра Николаевича Мальцева, на его 70-летии, в Кирово-Чепецке была заложена отличная традиция поднимать под своды Ледового дворца «Олимп-Арена» майки выдающихся воспитанников Кирово-Чепецкого хоккея. Ну и понятно, что первая майка, которая была поднята под своды, это майка под номером 15 Александра Мальцева. Именно под этим номером он играл в команде мастеров. В конце 19 года под своды дворца были подняты еще два свитера. Владимира Дмитриевича Аксенова и Михаила Александровича Краева. Эти люди стояли у истоков Кирово-Чепецкого хоккея. Играли в самых первых составов нашей команды, а Владимир Аксенов был первым главным тренером нашей команды. Сегодня мы продолжаем эту славную традицию и представляем вам свитеры 9 звезд Кирово-Чепецкого хоккея, удостоенных этой чести. Итак, свои места. Рядом со свитером Александра Мальцева в сторону южной трибуны займут свитеры выдающихся воспитанников Олимпии, снискавших славу на международной арене. Максим. Заслуженного тренера России, прославленного голкипера.
чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР, первого и пока единственного воспитанника Олимпии, пробившегося в клубы национальной хоккейной лиги. Валерий.
Друзья, у нас где-то на трибуне потерялся один из героев сегодняшнего праздника, Анатолий Васильевич Широких. Если он нас слышит или вы его видите, попросите прийти сюда к судейскому столику. Мы продолжаем наш праздник. И если уважаемые Владимир Мышкин, Андрей Трефилов, Владимир Крикунов раскрыли свой талант в клубах за пределами Кирово-Чепецка, то следующие герои нашего праздника блистали именно здесь, на Кирово-Чепецкой земле, в составе нашей любимой, уважаемой команды «Олимпия». Сегодня под своды «Олимпареды» им будут подняты их свитеры. Свитер по номеру 16 Анатолия Васильевича Широких, нападающего, капитана команды, победителя первенства РСФСР 1967 года, отыгравшего в «Олимпии» 11 сезонов. Вместе с Александром Мальцевым и Юрием Данилиным Анатолий Широких входил в состав легендарной тройки нападающих, признанной одной из лучших в истории Кирово-Чепецкого клуба. Шайб. 24
60 лет. Сегодня под своды Олимп-арены поднят свитер под номером 5 Андрея Николаевича Аврина, защитника, многолетнего капитана команды, отыгравшего в родной Олимпии 17 сезонов. Андрей Аврин один из самых забивающих защитников в истории Кировосельского клуба. На его счету 84 точных броска. Андрей Николаевич, пожалуйста. Спасибо вам огромное за ваше искреннее отношение к хоккею, за ваше желание играть, побеждать, дарить болельщикам радость, за то, что вы всегда с нами, рядом, несмотря на возраст, несмотря на то, что уже не действующие игроки. Хочется, чтобы вы стали ориентиром для юных хоккеистов, которые, изучая ваш игровой опыт, пополняли историю, славную историю Кировосельского хоккея новыми победами, новыми медалями. Друзья, еще раз приветствую. Сегодня под своды дворца подняты именные символические свитеры Анатолия Васильевича Широких, Георгия Алексеевича Пойлова, Ирины Николаевича Антипина, Игоря Анатольевича Мозгарева, Андрея Николаевича Аврина, Андрея Николаевича Кириллова. Прошу вас вернуться на свои места. Я уверен, что наша славная, добрая традиция будет продолжена, и великая честь будет оказана всем достойным игрокам. Уважаемые товарищи, впереди вас ожидает долгожданный матч между командами Якова Рылова и Марата Хайруллина. Соперникам предстоит сыграть два периода по 25 минут каждый. Сейчас мы представим игровые составы команд. Итак, команда Якова Рылова. Евгений Пасохин, номер 30. Дмитрий Куличик, номер 94. Алексей Ложкин, номер 7. Вадим Собачкин, номер 4. Андрей Аврин, номер 5.
Станислав Платунов, номер 69. Иван Шарликов, номер 93. Павел Суслов, номер 8. Константин Медляков, номер 10. Егор Ашуев, номер 12. Виктор Назаров, номер 15. Анатолий Татаринов, номер 26. Глеб Зуренов, номер 27. Павел Кулешов, номер 35. Евгений Шаромов, номер 39. Александр Пивунов, номер 55. Андрей Ложкин, номер 85. Капитан команды, игрок московского «Спартака» Яков. Представляем команду Марата Хайруллина. Дмитрий Якимов, номер 1. Андрей Макринцов, номер 30. Александр Кружков, номер 10. Александр Петровин, номер 13. Алексей Димаков, номер 34. Иван Козлов, номер 43. Антон Петелев, номер 47. Илья Хардин, номер 53. Виталий Лобунов, номер 9. Евгений Разумовский, номер 11. Андрей Кириллов, номер 20. Дмитрий Мигурев, номер 27. Екатерина Лихачева, номер 43. Игрок сборной, женской сборной команды Российской Федерации, участница Олимпиады в Тихом-Чхане 2018 года. Дмитрий Кружков, номер 79. Кирилл Ложкин, номер 84. Константин Перемискин, номер 86. Капитан команды, игрок команды КХЛ Нижнекамский нефтехимик Марат Хайруллин, номер 61. Команда тренируется. Команду Якова Рылова Валерий Николаевич Гордаков, Георгий Алексеевич Мойлов, Александр Васильевич Козлов. Тренер команды Марата Хайруллина Дмитрий Дмитриевич Дмитриев, Владимир Эдуардович Егорев, начальник команды Александр Алексеевич Климов. Друзья, сейчас небольшая разминка, буквально 5 минут, под энергичную музыку не скучайте на трибунах, а затем начнем матч.
Уважаемые команды, прошу вас построиться для приветствия. Исполняется государственный гимн Российской Федерации. Прошу всех встать. Почетное право произвести первое символичное вбрасывание предоставляется одному из героев сегодняшней встречи, Юрию Васильевичу Ложкину, патриарху первого немецкого хоккея, тренеру, воспитавшему множество ярких, выдающихся хоккеистов. Спасибо, Юрий Васильевич. Ну а сейчас матч. За задержку соперника.
клюшкой. Наказан Вадим Собачкин, номер 4.
Thank you.
шайбу забросил Константин Микрюков, номер 10. В команде Марина Хайрулина замена вратаря. Ворота защищает Дмитрий Юнак, номер 1.
команды Яковарылова защищает Дмитрий Куличик, номер 94. Ворота команды Марата Хайрулина защищает Андрей Мокринцов, номер 30. Thank you.
человеку за образцы. Павел Сеслав, номер 8. Thank you.
Шайбу забросил. И прошу их номер 12. Привет, Андрей!
Штрафной бросок выполняет Марат Хайрулин, номер 61. Шайбу забросил Марат Хайрулин, номер 61. Штрафной бросок штрафной бросок выполняет Виталий Лагунов, номер 9. Бросок выполняет Екатерина Лихачева, номер 43. Шайба забросила Екатерина Лихачева. Шайбу забросил Алексей Диванов, номер 34. Бросок выполняет Алексей Лешкин, номер 7.
позиции.